Утром четверга на пересечении улиц Суворова и Краснореченска несовершеннолетняя хабаровчанка перебегала дорогу в неположенном месте и попала под колеса иномарки. 47-летний шофер Toyota Aleon, который совершил наезд, ехал на работу. Мужчина – профессиональный водитель. Права он получил 30 лет назад. Шофер ехал по улице Краснореченской в сторону Владивостокского шоссе прямо. По словам мужчины, на светофоре горел зеленый свет. Девочка, на вид которой было 12-13 лет, со школьным портфелем, появилась на его пути внезапно. Она стала перебегать дорогу в том месте, где уже давно нет пешеходного перехода. Его отсюда убрали в связи с реконструкцией дороги. Автобус стоял с поворота налево. Я на зеленый ехал, девочка прямо из автобуса выскочила, перебегала. Слева направо, да? Да. То есть, где убрали пешеходный переход, да? А зеленый только загорелся? Нет, зеленый горел. Уже загорелась стрелка поворотом налево, она прямо из автобуса выскакивает и бежит. Я увидел ее вот перед капотом. Девочка налетела на капот Алеона и упала на асфальт. Она оставалась в сознании. У ребенка сильно болела рука, на лбу кровоточила ссадина. Врачи увезли школьницу во вторую краевую больницу. На данном участке дороги это уже не первое ДТП. Пешеходный переход и светофор здесь убрали больше полугода назад. Но людям все равно. Они продолжают здесь переходить дорогу по старой памяти. Девушка, а вам не страшно здесь дорогу переходить? Очень страшно. А почему переходите? А куда деваться? А вот пешеходные переходы здесь. Нет, здесь вообще неудобно сделали светофоры, если честно. Ну это же не значит, что нужно рисковать жизнью. Делать нечего, приходится. С одной стороны, здесь установлен забор, с другой – ограждение отсутствует. На изменения пешеходы не реагируют. С места происшествия Анастасия Манина и Павел Рогатин.